среду в Самарской области пасмурно с прояснениями, без осадков, станет прохладнее. Днем плюс 6, плюс 8, ночью 1-3 градуса выше нуля, ветер северный 3-5, порывы до 11 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность. В дневное время плюс 8, в темное время суток плюс 2, северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 8, ночью 3 тепла, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 8, ночью 1 с плюсом, северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, геомагнитное поле относительно спокойное.